Всем привет, ребят. Ну что, мы добрались обратно сегодня к нашей основе. И, ну, основа и на китайке тоже есть. И сегодня у нас топовый базарчик один, скажем так, из топовых, где можно собрать огнекрыло осколками. Вот такие вот у нас сеты есть. 10 осколков огнекрыла за полпака большого. Камни, кулаки, сет исцеления тоже, в принципе, очень неплохой. Плюс Афина. Ну и большой набор, даются эмблемы на шестые руны, топовые сундучки замка и также сумки огнекрыла вторые, где от 10 до соточки можно выбить. То есть у меня сейчас по идее было 80-120 осколков, и нам надо еще достать с 4 сумок 80 осколков. Конечно, это нереально, но если нам повезет, то мы сможем его сегодня собрать. Также мы сегодня пооткрываем третьи карты уже, которые у нас накопились. Так, забираем все, смотрим, что у нас есть. Некоторые плюшки я уже позабирал. 4 карты, 4 сумки, 8 сундуков, потому что сегодня по 4 всего лишь, жалко, не по 5. 8 камней на 6 руны, на которые кристаллов красных у меня просто не хватает. 4 афинки, 4 сетика, ну, коробочки, камни, 20к кулаков, в принципе, это не так уж и много, и смены там, смен я уже позабирал много, они уже на складе. Так, ну что, начнем, давайте пооткрываем все плюшки, чтобы они нам не мешали. Также потом перейдем, там у нас акции есть некоторые, их тоже пооткрываем. Так, с этим мы разобрались. Видите, 656 камней. Я не знаю, насколько это лет вперед. Так. Три коробочки. Вот камней уже маловато. Эволюции. Так, 14. Карты опять накопились. Вот 392. И смены такие чар. Так, у меня тут безмолвный стоит. Да, надо будет подумать, кому его поставить. Так. Что у нас дальше? Так, 8 сундуков. Давайте начнем с сундучков. Вот отсюда мне надо синие кристаллы. Руны на аугментацию нафиг не нужны. Еще нафиг не нужны. Камни, которые тоже нафиг не надо. Ну, восьмерки еще ладно. 30. Слизни тоже не нужны. Камни. Ну, вот так вот. Херня нападала, в общем. Ненужная. Так, ремку надо будет скрафтить. Пятерку еще одну. У нас уже вроде как бы всего хватает на это. Так, дальше. Что там у нас? Смотрим, сколько у нас огнекрыла. И потом сейчас откроем огнекрыла. Так. Вот, 120 осколков есть. Кто видел, я его пробовал собрать, там около 200 сундуков, ни одного осколка не упало. Ни одного. Это говорит о том, что вы будете очень долго собирать его. Если вы захотите с лабиринта собрать. Так, окей, отлично. Отлично. Так. Бум-бурум-бурум-бурурум. Ну и что, поехали. 22. Или карты оставим. Давайте изначально это откроем. Так, сумки огнекрыла. С первых там до 10, от 1 до 10, по-моему, насколько я помню, падает. Здесь падает от 10 до 100. Нам хватает... Один хотя бы 50-ку открыть, там и 3 обычных. Но это просто нереально. Я думаю, будет. Тут по десятке сейчас все упадет. Так, первый. 15. Ну, так себе. Все, ребят. Просто кайф. Вот скажите, вот зачем донять кучу паков? Заходишь, берешь вот эти осколки вторые, блядь, и уже половину ты собрал. Просто жесть. Насколько проще его собрать вот так, чем его выбивать. Ну, конечно, его надо не одного. Надо дохренища их, как некросов, должно быть с разными талантами. Но вот это вот реально кайф.
Зашел, тыкнул и сразу половину выбил. Окей, поехали дальше. 15 осколков, итого мы собрали 130. И чик, еще 15. 145 осколков. 145. Еее, вот это кайф. Так, где там эти осколки, блин? Вот огнекрыл, 265 осколков. Официальное событие, лабиринт. С лабиринта вы его будете долго собирать, но с официальных, как видите, практически больше половины, где-то 3/4 мы собрали за сколько там, за 4 больших пака. Но я думаю, там еще будут их продавать. Продавали за трату, то есть фактически там было сколько, еще по 20. То есть собрать его можно намного дешевле, чем там по 20 с лишним паков кидать. Вот так вот, ребят, пишите в комментах, будем ли мы его качать. Я пока не знаю, конечно, с каким талантиком. Я на китайке достану тоже огнекрыло для своего аккаунта, потому что он очень нужен будет там, и он реально топовый. И потом, может, здесь еще прокачаюсь таким талантом, как там. Там потестируем, там тоже возможность тестирования талантов бешеная. Тут просто не хочется сливать синие кристаллы. Так, отлично. Поехали дальше. Что у нас дальше? Что-то архидемон мигает. Наверное, не забрал. Да, не забрал награду. Так, хорошо. Так, это забрать. Может, еще награды. Идем открывать карты. Супер, просто супер. 100 осколков с одного. Вот это кайф. Ну, блин, вот здесь вот карту на этого архидемона получить запаришься. Так, окей. Та-тарам-тарам-тарарам. Тарам-тарарам. Поехали открывать карты. Посмотрим, сможем ли мы отсюда вытащить Фрею. Фрея, 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 Фрея. Еще попробуем там в акциях, тоже вроде интересный рынок есть. Рулетка, точнее. Рыльнем еще там. Так, 22 карты. 22 карты, вот такие вот. Поехали. Открыть. Бум, повелитель бури. Отлично. Седна, тоже отлично. Рибит, херня полная. Повелитель бури, отлично. Афинка, достойно. Повелитель бури, короче, повелитель дырочек. Это сегодня его день, ребят. Афина, Бигфут, еще повелитель. Как видите, некоторые герои падают очень и очень. Вот, смотрите, Бигфут. Заклинательница, ну вот это самое гниль, что может быть здесь. Это даже Рибет, наверное, еще хуже. Так, ну Фрея, где ты? 22 карты, и нифига, я уже столько их открыл, и как видите, нифига она не падает. Афина, Афина, Бигфут. То есть вот такой вот шанс, чтобы вы понимали, что реально оттуда ее достать очень сложно. Так, поехали дальше. Дальше у нас идут... Бинго, надо успеть до полуночи забрать, а то опять забуду. Сегодня у нас бинго дают пятую ремку. Подтвердить. Окей. Кайф, вот это кайф. Третий огневик уже есть. Ну, я думаю, их скоро будет очень много, но на данном этапе, я даже не знаю, надо будет опять подумать, кого слить, кто мне не нужен, и прокачать его и потестировать. Так, окей, все, ремочку мы забрали, поехали забирать такие награды. Так.
Так, есть. Интересно, какие акции будут на выходных, что они туда запихнут. Но я уже жду, когда они синие и красные кристаллы. Так, карта героя, значит, мы отсюда Фрейю. А может, и вот еще посмотрим. Когда уже поставят нормальные акции, как на других серваках, с синими и красными сундуками. Сундуки с кристаллами, потому что ну, это реально жесть просто. Ну, нереально набить столько красных кристаллов. Даже если я буду каждый день сидеть, там она уже харит. На других серверах там за неделю можно все прокачать. Да и на руны надо столько кристаллов, что просто нереально. По 90 тысяч. С какого фига их брать? Так, отлично. Собираем награды. Есть, ремочку забрали еще одну. Я уже не знаю, 25, по-моему, ремок. Так, колесо, побежали. Да, вот так вот. Ждем, когда будет вольт у нас продаваться. Так. И некрос. Set Prime Rune. Ну, не знаю, Set Prime Rune. Да и тут, в принципе, особо такого ничего не падает. Можно, конечно, натащить, посмотреть карты входа в Колизей. Ну, давайте пару раз паролим. Посмотрим, что там интересного пойдет. Группа Ушка. Неинтересно. Тут что, наверное, сет Prime Rune забрать. Потому что, ну, тут если даже упадет та же самая коробка или Риббит, нафиг не надо. А вот это интересно будет сейчас пооткрывать. Так, окей. Сейчас я не знаю, сколько там у них будет. Штук 20, наверное. Посмотрим, что оттуда нападает нам. Поставили бы за 8, там 4, например, было бы тоже неплохо. Вот облик можно. Парик собрать. Так, отлично. Так, ну сколько там еще? Так, еще 5. Так, раз. Два. Три. Четыре. И последние 5. Отлично. И забираем карту смены. Так, окей. Забираем отсюда, получить все, и мы имеем 23 сундука. Так, это зал эмблем. 23 сундука третьих сетов. Сейчас мы посмотрим, что тут нападает нам. Использовать, окей. Ух ты, как неплохо, ремки. 3 штуки влепило, бог войны, ну в принципе такое себе, вот это неплохо, вот это неплохо, еще десяточку, еще 2 психощита, супер, и еще ремка, отлично, просто отлично. И что мы имеем, можем еще одну четверку сделать и сразу следующий 5-й психощит сковать, просто огонь. По ремочках то же самое, можно еще одну ремку, просто супер. Так, ну и тут добавила нос рун. Третьих тут уже дохренище, но опять же, как я и говорил раньше, нету красных кристаллов дохрена. Поэтому приходится себя пока ограничивать в ковке. Хотя уже все для этого сделано. Вот так вот, ребят. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, бомбите. Это, я думаю, для вас это топ-контент, такое открытие. Вы сразу видите, какие шансы, и что надо делать и сколько чего копить. Делайте репостики, участвуйте в конкурсах, подписывайтесь обязательно на канал. Всем пока!